семья легендарного актера Митхуна Чакраборти уже являются частью киноиндустрии. Теперь его дорогая дочь Дишани Чакраборти тоже готова пойти по стопам своего знаменитого отца. Недавно она получила похвалу от культовой звезды Голливуда Аль Пачино за свою пьесу «Семинар». И Тайм встретился с начинающей актрисой для откровенного разговора, в котором она рассказала о своих сценических выступлениях, короткометражных фильмах, яростных дебатах о кумовстве, давлении, связанном с наследием ее отца и многом другом. «Недавно легендарный Аль Пачино похвалил вас за вашу пьесу «Семинар». Каково это было? Я не думаю, что это чувство полностью проникло в меня. Я все еще просыпаюсь каждое утро и щиплю себя, когда думаю об этом. Расскажите нам что-нибудь о пьесе и вашей роли». Пьеса рассказывает о четырех писателях, которые посещают семинар с известным писателем, профессором, и событиях, происходящих во время занятий. Моего персонажа зовут Дуглас. Тереза Рибек, драматург, изначально написала персонажа как мужчину, но наш режиссер подумал, что я смогу снять этого персонажа. Когда мы впервые читали за столом, я мгновенно влюбилась в Дуглас. Она уверена в себе, умна и остроумна. Мне было так весело играть ее, особенно потому, что мы совсем не похожи друг на друга, и всегда забавно вытаскивать из себя части и демонстрировать другого человека. Как ваш отец, Митхун Чакраборти, отреагировал на пьесу? Когда вы рассказали ему об этом? Мой папа смог посмотреть игру онлайн, так как она транслировалась онлайн для семьи и друзей. Он был так доволен моей работой, и это само по себе было огромным достижением для меня. Но когда мистер Пачино пришел посмотреть на нас вечер закрытия шоу, я в ту ночь вообще не спала. Мне пришлось позвонить каждому члену семьи Мумбаи, чтобы сообщить им об этом. Мой папа был таким эмоциональным и гордился мной. Он не из тех, кто хвалит просто так, особенно когда дело касается его собственных детей. Итак, когда мой отец сказал мне, что я заставила его гордиться, я действительно почувствовала, что чего-то достигла. В прошлом вы демонстрировали свое актерское мастерство в нескольких короткометражных фильмах. Как прошел ваш опыт перед камерой? До этого я выступала только перед камерой, так что семинар был моим первым выступлением на сцене, и впечатления от него совершенно другие. Я думаю, что вам многое сойдет с рук перед камерой, чего вы не можете сделать это на сцене. Когда вы выступаете перед камерой и у вас что-то не получается, вы всегда можете переделать или позаботиться об этом во время редактирования, но ты должен работать изо всех сил, когда дело доходит до выступления на сцене. Вы действительно становитесь перфекционистом. С каким фильмом вы хотите дебютировать в Большом Болливуде? Я бы с удовольствием снялась в таком фильме, как «Рази» или «НЧ-10» или «Розовый». Я люблю фильмы, ориентированные на женщин, и я безумно счастлива видеть их больше в Болливуде сейчас. После вашего отца вы видели, как Махакшай пытается оставить след в индустрии. Вы чувствуете давление? Я определенно признаю эту привилегию, но также знаю, какое давление она оказывает. Из всего, чему я научилась у своего брата Махакшая, я научилась быть толстокожей и продолжать идти вперед, несмотря ни на что. Он научил меня быть бойцом, и он лучший боец, которого я когда-либо видела. Что вы думаете о дебатах о кумовстве? Как я уже упоминала ранее, я без сомнения признаю это. Мне очень повезло, что у меня есть то, что у меня есть. Тем не менее, я действительно считаю, что кумовство является актуальной проблемой не только в киноиндустрии, но и в любой отрасли. Я твердо верю, что в конце концов настоящий талант – это то, что должно и будет признано. Как вы справляетесь с троллями в социальных сетях? Тролли в интернете поначалу очень расстраивали меня, но теперь они меня больше не беспокоят. Вместо того, чтобы реагировать или злиться из-за того, что они говорят обо мне, я улучшаю момент, чтобы посочувствовать им, потому что такая ненависть говорит о них больше, чем обо мне.